Ему 27, ей 43. Молодой богатый вдовец и официантка из придорожной забегаловки. Что между ними может быть общего? Случайная ночная встреча. Пьяный секс между незнакомыми людьми. Оказывается, теперь он жить не может без этой женщины. Страстный бурный роман переворачивает всю его жизнь. Но есть ли у них будущее? Смотрите на видео. Сьюзан Сарандон и Джеймс Спейдер в романтической истории любви в фильме «Белый дворец».